рассматриваем поправки в закон о гражданстве Российской Федерации. Предлагается скорректировать критерии, по которым российское гражданство предоставляется в упрощенном порядке. Это относится к иностранцам, которые являются индивидуальными предпринимателями и инвесторами, а также к тем, кто работает в нашей стране не менее 3 лет. Такие граждане и сейчас могут получить наше гражданство, но при этом необходимо, чтобы их ежегодная выручка от предпринимательства была не менее чем 10 миллионов рублей. Поскольку у нас различные режимы налогообложения действуют, то при уплате налогов не всегда удается эту сумму подтвердить. Законопроект предлагает применять к таким предпринимателям несколько иной критерий, а именно суммы ежегодно уплачиваемых ими налогов должны составлять не менее 1 миллиона рублей в течение 3 лет, исходя из предполагаемой выручки в 10 миллионов рублей. Это позволит учитывать суммы уплаченных налогов при всех режимах налогообложения. Ну и, с одной стороны, по справедливости предоставлять гражданство тем, кто занимается бизнесом, таким открытым на территории Российской Федерации, и предотвратить получение российского гражданства теми, кто работает в России незаконно.